Это была обычная ночь. В принципе, я просто сидел, собирал СБЧ, разговаривал с Дианой по телефону. Ну, мне было интересно смотреть на всякие составы, собирать их и получать за это паки или монеты. Также было приятно разговаривать с Дианой по телефону, и мне казалось, что вроде бы все идет хорошо. Но вдруг в 1:16 я собрал обычный СБЧ на центральные матчи. Мне дали пак за 15 тысяч монет, и я понимал, что вряд ли что-то в нем выпадет. Я открыл его, не сказал Диане, что у меня есть такой пак, и в один момент я понял, что что-то пошло не так. В один момент что-то во мне переклинило, потому что мне выпал салат! D104X, DIG104. Привет всем, с вами я, D104X, я лучший фифер Первомайского, и вы меня многие знаете. Да, мне выпал сам Мухаммед Салах с рейтингом 91, его информ-карточка. В паке за 15 тысяч монет, в котором, в принципе, ничего никогда не падает. Вы можете посмотреть на эту просто наикрасивейшую карточку. 98 скорость, 92 удар, 87 передачи, дриблинг 95 и физуха 80. Это просто нереальные статы. Также из самых хороших характеристик это финты 4 звезды. Ну и то, что он красивый по египетским меркам. На данный момент эта карточка стоит 350 тысяч. Я ее могу продать и играть за кого хочу за 350 тысяч. Но перед этим я поставил на позицию ПФА Салаха. И сейчас вместе с вами мы протестируем данную карточку. Вы можете посмотреть на его статистику. И здесь указано, что он за 19 матчей забил 8 голов. Это неправильная статистика. Я играл во Владимире, у меня там плохой интернет. И из этих 19 матчей у меня где-то матчи 15 вылетело. Он серьезно очень хорош. И я могу выделить у него пока что только пейс и скорость. Ну посмотрим, как он сейчас себя проявит. Вот, кстати, его полные характеристики. Это просто убийца. И мне кажется, он будет себя сегодня хорошо проявлять. Вот такой состав у нас. Это, кстати, тоже iMotem, или как это, просто Motem, выполнив паке, где 3 нонрарных золотых игрока. Вы можете увидеть первый обладатель или скриншот посмотреть у меня в группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании. Максимально, где я могу сейчас играть, это в онлайн-сезонах, так что почему бы и нет, давайте сыграем в этом режиме и посмотрим, на что способен наш Салах. Итак, наш первый соперник, и зря я его выбрал, потому что здесь есть Агуэра и много крутых игроков, но сыгранности нет, надеюсь, нам это поможет. В принципе, вы первый раз от меня видите контент прям геймплея FIFA, надеюсь, вам все нравится. Так, а вот он и Салах, давайте посмотрим, на что он способен и какова у него 98 скорость, хотя, мне кажется, вы сами все уже видите. Просто ото всех убежал, делаем навес и вратарь. Так, ну тут, кстати, подкат, и мне кажется, у вас самого сейчас будет красная карточка, да? В начале встречи сразу же. Да, красная карточка, до свидания. Надеюсь, соперник не ливнет. Передача на Салаха, и пусть он сам бежит. Мне просто интересно, получится ли по такой тактике. Да, все хорошо, он убегает, не чувствует, только бы навесик бы успел сделать. Все у него получается, но не точный навес. Я частично все-таки пытаюсь на Салаха акцентировать внимание, потому что я его все-таки тестирую. Честно говоря, на ноутбуке он мне нравился, и он выделялся среди всех игроков. И пока что на компьютере все то же самое. Первый тайм завершился, я честно скажу, я пока что не настолько наигранный чувак, который может просто громить любого соперника. Да я, в принципе, таким никогда не был. И сейчас я пока что только вливаюсь в игру и надеюсь, что у меня получится адаптироваться к ней, и выигрывать я смогу почти каждого соперника. А пока что вы видите, как Салах делает просто всю игру. И если это будет гол, а это гол, мне кажется, ребят, за это нужно поставить Лукас. Салах сделал весь этот момент. Он изначально отобрал, убежал, пробил. Великолепный игрок. Да, хорошая передача. Габи Жезус. Давайте на Салах попробуем выдать пас. Фу, получается, но сможет ли он забить? А он смог забить. Дубль за Салаха. Здесь все сделал Габи Жезус и чувак, который отдал голевую передачу. Но гол Салаха — это в статистику. Так, Мартиали, будем делать навес. А здесь Салах сможет замкнуть или нет? Не получилось. Но, в принципе, с его ростом там было бы сложно завершить этот момент. Так, Салах, смотрите, убегает. И здесь убегает. И нужно бить. И забивает. 3-0, хэт-трик Салаха.
Этот матч показательный пока что для этого игрока. К слову, просто я не тот человек, который долго играет в FIFA, я не больше недели играю, но именно за Салах у меня пока что получается все хорошо, и вы сами это видите на своих экранах. Ну и все, матч закончен, Салах герой матча, хэт-трик забил в первом же нашем пробном матче и в первом же моем более-менее нормальном матче. Мне кажется, это достойно, и давайте перейдем ко второму матчу. D104 ИК, ДИК 104. После 40-минутной паузы на ужин мы видим вот такого нашего следующего соперника. Салах, ускорение хорошее и нужно забивать в дальний угол. Бьем, плотный удар получился, но не забили. Так, опять Салах. Давайте как-нибудь разыграем данную ситуацию. Ему обратно мячик и издалека хороший лонгшот. А мы пропускаем гол. Так, ну блин, 2-0, вот это очень плохо. Так, хороший шанс, нужно забивать и передачку. И здесь Салах, братан, но здесь нужно убежать и ударить. Хороший удар, перекладина, фига себе, на что он способен. Хорошая передача, смотрите какая, и делаем навес, нужно забивать, 2-1. Салах, голевая передача, неплохо. Так, моя ошибка, я в защите очень плохо сыграл, и я пропустил, я виноват, признаю. Так, опять я ошибся, и этот счет разгромный уже, опять же, чисто из-за моих ошибок. Я виноват. А мы тем временем забиваем гол, неплохо. Салах с головы бьет, Салах забивает, вот это да! Головой Салах забивает, вы сами поверить в это можете. Вы просто посмотрите, как он реализовал этот момент, просто великолепно. Салах бежит, Салах, опять все Салах, просто красавчик, но блин, с ударом у нас чуть-чуть не пошло. Блин, тупой гол пропустил, я думал, здесь нереально будет пропустить, но Салах у соперника также тащит игру. Ну и все, матч окончен, мы проиграли 5-3, но я бы не сказал, что мы были плохи, потому что мы просто затупили и в защите сами ошиблись. Если бы не наши ошибки в защите, то мы в принципе могли бы претендовать на победу. Салах опять в этом матче был хорош, забил один гол, отдал одну голевую передачу, за два матча у него 4 гола, одна голевая передача, и мне кажется, это хороший показатель. Стоит ли он свои 350 тысяч? Я скажу да. Честно говоря, скажу да, потому что вот именно играя за него, я понимаю, что такой дорогой игрок. У него есть и скорость, и хороший удар, завершение великолепное, да даже корпус у него есть, но 350 тысяч монет на дороге не валяются. Я его продаю после этого видеоролика и буду покупать какого-нибудь другого игрока или что-то другое, чтобы вам показывать и вам было интересно. Честно говоря, я буду скучать по этому фараону, но нас ждут обзоры на таких игроков, как Бейл, Неймар и так далее. Но опять же, это все зависит от вас. Если вы хотите обзор на легенду, тоже можете написать в комментариях. Ну а на этом все. С вами был я, D104X. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте лайки, все. Всем спасибо, пока. Сделать себя взрослым, это очень просто.